В Центре общественных организаций Туркменистана прошло культурно-музыкальное мероприятие под девизом «Праздник урожая. Основа изобилия». Оно было организовано Национальным центром профсоюзов Туркменистана, Центральным советом Союза женщин Туркменистана и Центральным советом Аграрной партии Туркменистана. Праздник, посвященный традиционному сбору урожая и празднованию плодородия, собрал множество участников, включая и фермеров. Основной целью праздника было чествование тех, кто трудится на полях и фермах, обеспечивая продовольственную безопасность и способствуя процветанию страны. В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения передовых производителей, достигших высоких результатов в своем деле. Среди них была отмечена и жительница сельского округа Мурзабек-Кала в Киркинском районе Глебабского вилаята Бахаргуль Гурдова, которая вместе с семьей занимается разведением шелкопрядов. Праздник сопровождался музыкальными номерами и демонстрацией традиционной туркменской культуры. Все это создало атмосферу единства и гордости за достижения народа Туркменистана в области сельского хозяйства и культуры. Организаторы мероприятия отметили, что подобные события не только укрепляют связи между различными слоями общества, но и служат важным напоминанием о том, как важно сохранять и развивать традиции, которые являются основой для устойчивого развития страны.